В поселке Искатели сегодня торжественно открыли очередную детскую площадку и возвели на улице Тиманская в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». О новом игровом комплексе расскажет Александра Леткова. Новенькие горки, качели и карусели. Юные жители поселка Искатели уже успели оценить и опробовать их на себе. Помимо игровых объектов, подрядчики установили новые фонари, урны, скамейки и уложили травмобезопасное покрытие. На строительство детской площадки по улице Расихина было потрачено около 2 миллионов рублей. В том числе 550 тысяч из федерального бюджета. По словам главы муниципалитета Григория Казаченко, подобными площадками для детей должен быть оборудован практически каждый двор поселка. Ну, мы будем стараться, конечно, делать все площадки, охватить все территории, особенно вот дома, которые в кирпичном исполнении, конечно, нужны площадки, нужны спортивные площадки. Я думаю, что школа будет строиться, у нас будет свой спортивный городок там, в районе нашего стадиона, где там. Поэтому, ну и плюс квартально еще, плюс на факеле нужно установить спортивную площадку хорошую такую, чтобы вся территория муниципального образования, я имею в виду поселка Искатели, была охвачена такими сооружениями. Также в ходе работы было выполнено озеленение прилегающей территории и дополнительное благоустройство. Порядка 1 миллион рублей ушло на площадку по улице Тиманской. Из них 27 тысяч из муниципального бюджета. Все работы выполнены в срок. Ну, здесь комплекс работ, да, если вы посмотрите, здесь и ограждение, и лавочки, и сами сооружения детской площадки, и специальное покрытие устойчивое. Ну, сейчас снег, сейчас вы его наблюдать не можете. То есть это все входило в комплекс муниципального контракта. А также одним из условий было участие жителей, то есть жители нам помогают, это уборка территории, в чем-то помощь принести, унести. То есть, ну, как бы в комплексе создается такой замечательный объект для наших детей. Всего таких объектов в поселке Искатели в этом году удалось построить 6, на общую сумму чуть больше 13 миллионов рублей. Это стало возможным в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», обязательным условием которой является участие жителей в благоустройстве. У нас здесь проживают дети, ну и попросили, ко мне внуки сюда приходят отдыхать. Мы просили еще Гориса Коваленко, и вот у нас появилась такая площадка. Она здесь, кстати, здесь... Сейчас нет, будут выходные, здесь будут дети. Ну, мы по утрам выходим сюда делать физзарядку. Нам просто она необходима. Ну и желаем, хотели, чтобы вот у нас, можете показать, какая поляна. Здесь собирается много народу, играем мини-футбол. Эту территорию муниципальные власти намерены облагораживать в следующем году. Здесь планируется обустроить зону отдыха. Александра Литкова, Владимир Рожин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».